О Ханты-Мансийском округе сказано и написано очень много. Настала пора показать и рассказать обо всем по порядку. Смотрите в первом выпуске телевизионной энциклопедии Югры. За годы развития Сургутского района его население увеличилось примерно в 20 раз, а территория сократилась более чем наполовину. 20 век в корне изменил условия жизни аборигенов. Мои внуки вряд ли все так будут жить. Нулевой причал. С этого кусочка земли началось освоение не только Приобской земли, но и Сургутского неба. Летим сейчас на буровую. Транспорта нет другого. Самые тяжелые этапы – это взлететь. Его родные пасли оленей, ловили рыбу, стреляли дичь, ходили на медведя. Отец у меня был неграмотный, но почему-то сказал «учись хорошо». Жизненные университеты Еремея Айпина, летописца народа Ханты. Энциклопедия Югры. Лучше увидеть для того, чтобы знать.